Всім доброго вечора. У нас сьогодні очередна посилка з Амазону. Відкриваємо ленточку Prime. Хочу сказати тим, хто мені писав, що Prime, ніякої різниці нету. В Prime я знаю, я теж Віталій заказував Amazon Prime. У мене теж був Prime, у мене була підписка на Prime. Це всього лиш навсього швидше доставляють посилки. Тому спасибо тим, хто писав, але я це теж знаю. Ого, що це? Єва, пардон, падет, шоур, стул. Це що? Мустікон для мускулу. Граб на барі. Що? Граб в барі сидить. А, гляньте, посилка, три номінування. Що, нема нічого більше? Охреніть. От так. На, іграйся. І от тобі ці. Іграйся. Так це ж для льда. Hot Cold Pack. Ну да. Ну, кстати, вот это маме можно, да? Это классная, кстати, ребята, штука. На это лицо. Можно на лицо прикладывать. Вот видишь, это же гель. На коленки можно. А это шарики. Вот, видишь? Тоже для холода. Ну, наверное. Чешется. Ну, такое вот одевается на руку. Можно вот так прикладывать, понял? Мне кажется, да. Это замораживать? Не знаю. Вот это точно, да. Вот эти такие маленькие. Тут гель внутри, видишь? Вот. Моя мама принесла. А вот это не знаю. Вот это в тебе сегодня посылка. Ну и что? Коля, вот это, о, это пылесос. Здравствуешь. Это хорошая штука. Что это? Сейчас у нас для тока интересно какого. Ты, ты знаешь что? Пароочиститель, смотрите. Такого гляньте, тут насадочки есть, да, можно убирать. Это типа утюг, вот это хорошая штука. Да нет, это не утюг. Мне кажется, это убирать дома. Клинер, видишь? Это уборка. Это пар здесь. Тут идет. А ну да, я покажу вот так. Вот, смотрите. Ты прочитал ток какой? Нет, тут не написано сейчас. Коля, разочарую. На подходы? 120 вольт. Что ты? То есть для нашего подходит он, для нашего. Ну, если переходник. Не, ну включай тогда, если кому-то надо, буду пишить. У кого-то есть переходник, тут он насадочки, ну, да, есть. Насадки, все есть. Разные, видите? Очень много разных мешочков, примочек. Очень много всего. Но надо для толка переходник. Коля, не виноват, что тебе такая посылка. Понимаешь, это за все, что ты смеялся с ним. Дари сейчас другую видно. Це ти виноватый. Це ти виноватый. О, волосины хорошие. Це женский? Ну да. А может и мужские. Скорее всего, это мужские. Это штанишка. Это спортом занимался. Okay. Ух ты, М-ка. 12 спандер, полиэстер. А, да, пенилин. Это для спорта классный. Да. Это маленький М-очка. Тут кармашки они еще есть. Они тянутся. Это мужские, скорее всего, да. Красивые такие, с кармашками. Это для бега, наверное, тот, кто бегает. Ну, в спортзале заниматься, шорты сверху. Да, М-ка. На высокого мужика. На 1,90 м, 1,80 м. Не маленькие будут. Не будут маленькие. Не будут? Не, я померяю буду. Так, ну и что? О, нет, тут еще что-то есть. Ну, все так печально. Лен, убирай эту коробку. Коробка на весу, а руки на пирах. Это посылка, ужас. Четыре вещи. Нет, их это вещи. Бассейн опять чешу. Если все возвращается, Коля, помогай. Блядь, тут это можно. Что это, блядь? Бассейн для собачки. Что? Петпул. Латочка. А-а-а. Для собачек бассейн. Вот повезете. Будем вам шоу. Игрень хум.
Вот, наберем. А, и он дырявый еще. Покажи дырку, дай дырку покажу. Ну, открой, пожалуйста, дырку покажи. Вон. Вдырявилась, пока доехала. Говно. Да. Тебе посылка. Це ти виноват. Ти її вибирав, не я. Бош. Що ти смієшся? Хороша штука. Это стульчик в ванну, скорее всего. Да. Это для старших людей, как купаться. Так вот, я уже вижу нарисован. Вот. Это вот подстилочка такая. Это для тех, кто купается. Да. Вот ручка в ванну, чтобы держаться. Да, для старших людей. Чтобы подмывать. Вот ножки, поняли? Тут крепится, тут седает, да. А вот это вот в ванну крепится за ручка такая. Да, чтобы держаться. Она вот как-то там так нажимается вперед или как-то присасывается так. И человек может встать. Это ножки. Ножки, шурупчики. Платформа. Вот четыре ножки. Это сюда вот сверху ставится. Сверху такая гладенькая штучка. Вот она с выемками. Тут одевается. Не, наоборот. Да, наоборот, да. Ну, это не одевается, она просто стелится, намоется, понял? Это чтобы человек не сидел на цьому, на пластику, а на такие. Это специальные дырочки, чтобы купаешься, чтобы вода проходила между ними, понял? А, это... а он клеится, понял? Вон. Да, я понял, оно клеится. Клеится это сверху, да. Лента. Это ровно приклеиваешь, как дырочками указано на рисунке. Вот, это сидушка получается. Вот. Ну и ножки садишься, да, тут вот собираешь, получается. Ножки очень просто. И ручка. Это очень хорошая штучка. И ванну она становится, оно... Массаж, да. Прорезиненные ножички вот мягкие, оно ванну не будет царапать. Да, это для, у кого есть люди старшие уже, да, то есть ходячие, не ходячие, да, кто это, купаться, кому интересно, пишите. Да, посылочка тебе, Коля. Не смешно, Саме. Чого не смішно? Не смішно. Ти з мене сміявся, Гюна, там. Получає те ж саме. Так я абсолютно не сміюсь. Угу. Я не сміюсь, я сочувствую. Я тебе сочувствую. Треба було просто, щоб ти відкривав. Ну, спасибо, щоб у мене це було, так? Да? Так. Да. Давай запечатаємо назад. А я відкрию. Ти відкриєш, так. Да. Спасибо, Коля. Слышь, не дурнейший, да? Получается столик и хладоэлементы. Столик, да. Хладоэлементы. Тот утюг. Лосины. Тот утюг на... Да. Это не утюг, а такой, ну, типа клининг, да, чистить углы, да, да. Ну, только видишь, он не подходит для нашего тока. Тут вода наливается внутрь, да, есть насадки, да. Вода не наливается. Наливается. Нет, здесь вверху вода наливается, Самвел. Есть такой утюг еще паровой. Насадок, куча всего. Но, увы, Коля, увы. Самвел, будешь ты выкинешь бассейн для собачек? А где делась эта самая тут была? Кто? Вытяжка. Какая вытяжка? Вечерная вытяжка из этой коробки. А я уже продал ее. Вон она. Надо ложить на место. Ну что, продавай. Штанники, хладоэлементы. Тут 200 гривен купил хладоэлементы. Очень смешно. Еще не плакать. Ты с меня насмехался? Я никогда с тобой не насмехался. Ага. Наоборот, вместо того, чтобы поддержать, сказать, что... Такая посылка. Я тебя поддерживаю, особенно когда тебе бассейн попался и все остальное. А ты только насмехаешься с меня. Ничего. Давай, давай. Карма прийде. Выкинешь цей, ну, бассейн. Такие стульчики очень дорогие, между прочим. Это техники, ручка. Стульчики. Забираешь, мамец? Ну, не знаю. Там все мне надо. Шо це таке? Интересно. Ну, эти классные. Вот это очень классные штуки.
даже себе иметь, вот это хочешь, хорошо. Хочешь, давай другую открывай. Не, я не хочу. Ну, как не хочешь? Я не хочу, спасибо. Самая ужасная посылка, не хочу, спасибо. Да, кстати, это, наверное, более самая ужасная посылка за все время. Я расстроился ужасно, да. Ты согласен? Согласен. Ой, расстроился, боже, бедный несчастный. Расстроився, Коля, собачий басейн продірявлений приїхав. Ой-ой-ой, посилка погана. Страшне. Злорадствуй, злорадствуй. Страшне. Боже, Гербалайф оновить 100 грам? Ні, спасибо, я не хочу бути дистрофіком. Так, ну, понятно. Хорошого чоловіка должно бути много. Ну, так, да, звісно. Поняв? Угу. Отак. Ага.